Бабыль, поставлена в 1790 году. Ист, 1792, вторый Ист, СПБ, 1815, Мельник и Сбитенщик, соперники, представлена впервые в 1790. Напечь, в 1793, второй Ист, СПБ, 1815, сговор Кутейкина, пост, в 1789, напечь, в 1799, второй Ист, СПБ, 1821, сиделец, 1804, чистосердечие, перевод переделка пьеса, Коцебу, граф Альтрон, СПБ, 1816, братья свои Ладовы, Санкт-Петербург, 1816, Парик.